Ну что, товарищи, время прикоснуться к звездам, и сделаем мы это вместе с ВК-видео. Задорно, весело, смешно. Ой, не повернулся! Она на шпагат садится! Все время! Ты забыл добавить все время! Ну и поскольку я часто принимаю участие в различных съемках и шоу, я совершенно точно знаю, что достойно вашего внимания, а что можно пропустить. Новое шоу «Звезды» мы точно смотрим, потому что это смешно, весело, динамично и ярко. А сколько ваших любимых звезд там? Вкуснятина! Что ждете от проекта? Какие ожидания от сегодняшнего вечера? Я зашел туда всего на 5 минут. Вот смотрю и думаю. Вот возьму и не буду болеть ни за одну команду. Вот возьму психану, соберу свою и приду. Ну посмотрели бы на такую? Тогда скачивайте приложение ВК-видео и смотрите шоу «Звезды», где удобно, на телефоне, планшете или роскошно и променадно прямо перед телевизором. Такое точно нельзя пропустить, и подробности по традиции по ссылке в описании. Ну что же, утро доброе, если бодрое, проснулись и банулись, рубрика «Морн Билайк» в эфире, бессменный ведущий Алексей Житковский и наша программа «Дорого-богато» сегодня вот в таком вот синем цвете под цвет моей джинсовки. Тем не менее, вы просите меня часто десерты, я ненавижу дрочить с тестом, поэтому простые рецепты десертов, окей, все остальное, сори. Самое большое мой подвиг, это когда я пек куличи, я вам уже рецепт размещал в своем запрещенном грамме. Вот там вот, да, там я прямо 6 часов своей жизни потратил, но там и событие какое, да? А здесь от куртки столько пыли летит, я не понимаю, ты ее откуда, блядь, из пыльного шкафа нахуй достал? А здесь у нас, соответственно, другая история. Рецепт крайне простой, это называется рафаэльное тирамису, да, с кокосовым вкусом, да, кокосовое настроение. Нам с вами понадобится для этого сами конфетки Рафаэла, печенье савоярди, кокосовые сливки, ну так, чисто для вкуса, для позитива. Сливки жирные, разумеется, немножечко для того, чтобы жопка была шире, сгущенка. И, соответственно, вот кокосовая стружка у нас в таком вот исполнении. Ну и, разумеется, сыр маскарпоне, а также этот самый поварской рукав. Вот такая вот штучка. Такая вот культяша. Что за звук? Пип-пип-пип, блядь. Это у кого? Хули плита орет, я не понимаю. С чем она недовольна? Все. Сад. Чем недовольна плита? Кто-нибудь может объяснить? Друзья, мы разобрались с тем, что у нас пикало, поэтому переходим, собственно, к нашему блюду. Десерт крайне простой, очень быстрый. Все полезно, что в рот полезло. Ха! Угу. Орешка нет, прикинь. Нет орешка в этой хуйне. Паленая. А здесь есть. Прикинь, они перестали добавлять орешек в Рафаэлу. Охуеть. Реально нет орешка в Рафаэле. Все, ушла легенда, ушла эпоха. Пиздануться. Меняется мир, меняюсь я вместе с ним. Ладно, короче, мы выяснили, что Рафаэлла теперь жидит на орешке. Меня это расстраивает, всем пока. Мы взбиваем наши конфеты. Все, мы взбили наши с вами Рафаэлла. Мы с вами к этому потрясающему Рафаэлла будем добавлять жирные сливочки, да, вот эти, которые мы будем с вами взбивать до густой однородной массы. Сливки у нас 35%, соответственно, будем добавлять его вот в эту вот гондонку. Сейчас я ее возьму. Ёбаный сыр. Как тяжело. Так, соответственно, мы берем вот такую штучку. Ненавижу вот это дрочило, вот замотать, ну хуйня. Поставь ты вот там, блядь, вот таким. Так вот. Соответственно, мы с вами берем наши сливки и добавляем их вот туда, взбивая. Добавляем также к нашим сливкам кокосовые сливки для вкуса. Вкусные? Угу. Вкусные. Добавляем также
наше с вами сгущенное молоко. Я на глаз делаю, ребят. Я даже, вот, верится, просто на глаз. Ну, половинку пачечки. По вкусу поймете. И добавляем наш с вами сливочный сыр маскарпоне. Я пачку добавлю, а вы как хотите. И ждем, пока перемешается. Потом мы с вами смешаем вместе с этой массой. Смешаем, разумеется, рафаэльное содержимое, чтобы у нас прямо с вами было совсем кокосово. У нас с вами уже взбилась консистенция. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Оп. Такая вот, видите, жижка. Пол пачки сгущенки нормально вообще. Итак, мы добавляем в нашу массу с вами рафаэльное дрочилово. Чем будем выгребать? Вкуснятина. Слушайте, у меня вечно, знаете, вот на кухне, на моей, и на этой, и на моей, вечно все в говне. Я не вижу смысла готовить вот это вот аккуратно. Знаете, есть люди аккуратисты, мне похуй. Реально, я хочу вот так. Просто все вот так, и мне насрать. И нашу рафаэльную массу вместе с маскарпоне, вместе со сливками кокосовыми, вместе со сливками 35% обычными, вместе с сгущенным молоком, мы ставим вот так вот и опять же продолжаем замешивать быстренько. Просто чик и все, да? Хуль ты не стоишь, ты говно. Угу. Все. Мы все с вами замешали, вот, и приступаем к печенью савоярди. Будем замешивать его с вами вот в такой вот залупе. Сейчас, секунду. Давайте в этой, в пизду. Вот, короче, это что, волосы? Нет. Берем молоко, заливаем вот так вот. По 2 секунды с каждой стороны нам будет достаточно. И пососи. Так, сейчас. У рыбы до крови. Такой вот у нас печенница. Сейчас мы возьмем с вами формочку, которая у нас пойдет, чтобы вы все видели. Вот такая вот у нас будет штучка интересная. Да? Пук, чик. И обмачиваем наши печенья. Я, кстати говоря, это печенье ни разу не пробовал, какой оно на вкус без обмачивания. Давайте попробуем. На вкус кислочина. Короче, мы с вами берем специальную штуку. Обожаю, что я говорю, специальную штуку мы с вами берем. Какую специальную штуку я планирую взять, я вообще не понимаю. Типа вилку? Окей. Вот, и с каждой стороны буквально по 2 секунды обмачиваем наше с вами печенье. Обмакиваем и обмачиваем и обдрачиваем его. Так, соответственно, еще раз берем. Так, раз, 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 оп, кладем. Можно было бы, конечно, поставить поближе, чтобы не капало, но я это я, поэтому... Я хочу вот такое вот настроение. Такое сегодня настроение, да? Угу. Чик-чик. Вот так вот обмочили и кладем его в нашу мисочку. Вот дальше мы накладываем наш тубацкой венчур. Для этого десерта, знаете, такой чисто. От волчока. Промазываем нашу с вами потрясающие слои. Мы просто берем, блядь, и промазываем все вот это вот так вот. Все вот так вот взяли, промочили. Управляем наш с вами термису в холодильник. Ну что же, наши три часа на карете в пути прошли успешно. Я предлагаю наконец-таки пробовать наш с вами кокосовый тирамису. Так, берем его. Такая вот красота у нас с вами получилась. Такое вот джингл балл с настроения. Ну что же, и мы наконец-таки можем с вами снимать пробы пера с этого шедевра за 2 секундочки. Угу. Ну и вот такой вот у нас получился красавец. Давайте же скорее его фиганем вот так вот. Угу. Так жирно. Ужас. Друзья, могу вам сказать, что у нас он, как вы видите,
чуть-чуть не до конца пропитался, но нужно еще подольше. Вот. Но крем просто шикарный. Сам по себе тот же. Жирно очень. Очень жирно, но иногда можно себя порадовать. Прям очень. Угу. Все шикарно. Товарищи, готовьте дома. Отмечайте обязательно меня. Мне будет приятно посмотреть на ваши кулинарные шедевры. Соответственно, с вами был я, Алексей Жидковский. Программа «Дорого-богато». Увидимся в следующих выпусках. Вот. Балуйте себя, радуйте себя. Никогда не отказывайтесь в сладеньком, если очень хочется. Я просто не особый любитель. Но только из-за того, что вы сами меня просите, я, соответственно, для вас все делаю. Потому что если бы я был еще к тому же любителем сладенького, ко всему тому, что я люблю, я был уже, да, не вмещающийся человек в кадр. Тем не менее, радуйте себя, балуйте себя, отмечайте меня. Люблю, целую. С вами был я, Алексей Житковский, программа «Дорого-богато». И увидимся в новых выпусках. Пока-пока.